Привет, дорогие зрители! Сегодня, пользуясь случаем, хочу показать вам, как выглядели бензопилы в 1960-х годах. Сейчас хотел бы снять небольшой такой обзор о классической немецкой бензопиле того времени. Это бензопила Solo, модель 60-135S, которая была выпущена в конце 60-х в Западной Германии, а именно на заводе Solo в городе Штутгарт. Бензопила огромная, мощность двигателя 5,5 лошадиных сил, объем цилиндра 92 кубика. Корпус бензопилы полностью сделан из металла. Здесь всего-то практически вот только крышка бензобака и ручка выполнена из пластмассы, а в принципе все остальные детали металлические, поэтому и вес бензопилы немалый, без шины и без цепи эта бензопила весит 12 килограмм. Здесь видим такой мощный стартер с маховиком, глушитель, зубчатый упор. Такие пилы, как правило, укомплектовывались шинами и цепями с максимальным шагом 404. Такие, как сейчас стоят на Дружбах, Уралах старых. Ну, как ни странно, бензопила до сих пор работает. Сейчас хочу попробовать ее завести. Надеюсь, все получится. Послушайте, как работает. Тут у нас находится заслонка. Так, включаем зажигание. Я когда первый раз пробовал заводить, думал, поршень заклинил. Но это такая сумасшедшая компрессия. Сами слышали, заработает как мотоцикл.